Приветствую вас. Знаете, я не очень, честно говоря, здесь понимаю контекст вашего именно вопроса. То есть вы спрашиваете, как быть, да, но как быть, чтобы что? Чего вы хотите? Вы сами. Потому что, ну, молодой человек, он, да, он попал, может быть, в не самую лучшую ситуацию, это правда. Это верно, да. Но, на мой взгляд, ему самому надо это разбираться в этой ситуации, тем более, что он зачем-то как вы сказали, перенес слова ваши, слова своей родне. А для меня загадка, если честно, вообще, зачем он это делал? То есть, зачем он переносил свои слова? Точнее, ну, ваши слова, точнее, своим родным, для чего он это делал. Вот, для меня загадка, поэтому я думаю, что молодому человеку нужно решить свои проблемы в первую очередь и уже как-то взять ответственность на себя за свои действия, да, то есть понять, наверное, что в жизни так вот не бывает, чтобы получалось всем угодить. В жизни так не бывает. Кто-то всегда недоволен, кто-то всегда недоволен тем, что делает им другой человек, в частности ребенок. Это нормально, что родитель недоволен тем, что делает ребенок. Вот, и своими такими действиями родители, конечно, не специально, но проверяют своего ребенка, вот на сколько он вообще готов отстаивать свою позицию. Это первое. Второе. Значит, смотрите, что вы пишете. Мириться они не станут со мной. Пишите вы. Да, мириться с вами они не станут. Но станете ли вы с ними мириться? Вы хотите ли вы с ними мириться? Вот в чем важный, на мой взгляд, вопрос. Потому что если вы захотите с ними помириться, то кто знает, такие ли у вас на самом деле прям такие уж плохие шансы это сделал. Вот это в этом тоже нужно отдавать себе отчет, как мне кажется. Вот, ну а здесь мне кажется, и вы, и молодой человек играете в игру дано? Вы можете поисследовать эту игру. В интернете она есть. Дано. Потому что вы ситуация, которую активно
представляется как безвыходную, да, а вы эту ситуацию, в этой ситуации пытаетесь этот самый выход найти. Вот, ну, а лично мне кажется, что эта дорожка немножко не ведет вас туда, где вы хотели бы быть, в том смысле слова, что это немного не тот немножко путь. Вот. Потому что это, к сожалению, путь безответственности, в первую очередь. Вот. И безответственности это путь в первую очередь по отношению к вам самой. То есть вы, по сути, ну, расплачиваетесь за то, что сделал мужчина. То есть он ошибся, он какие-то, значит, там, слова передал, да, вы за него отвечаете. Это жертвенная позиция, и вам она ничего хорошего не даст. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду. Вот, и, да, ситуация трудная, безусловно, но родители, объективно, они родные, они повлятся, успокоятся, вот, никуда не денутся, а вот, как бы, отношения можно разрушить. И человеку можно потерять. Но опять же, молодому человеку, да, это не нужно. Моя проблема в том, что у вас нет личных границ. Вот. Моя проблема в том, что у вас с молодым человеком отсутствуют эти самые личные границы. Вот из-за чего возникает как раз-таки проблема. Вот. Проблема передачи слов, проблема того, что потом ответственность не хочет брать. Я так понимаю, никто из вас не хочет брать ответственность за то, что произошло. Вот. То есть это вопрос, повторюсь, это вопрос личных границ. Вот. И его нужно решать, этот вопрос, конечно же. Его нужно решать. И решается этот вопрос, ну, на мой взгляд, совершенно четко через психотерапию. Вот. Но до тех пор, пока молодой человек не будет себя как-то вот от своих родителей отделять, да, отграничивать до тех пор, я боюсь, что вы будете, ну, вы будете сталкиваться с, вот, ну, вот, с данной проблемой, потому что
родители просто-напросто будут, вмешиваться в ваше взаимодействие с мужчиной, вот, и, соответственно, он всегда будет чувствовать себя перед ними виноватым, то есть это такие вот, получается, созависимые отношения, вот. При том, что ваш вопрос, да, вы пишете, я не хочу его терять, он не хочет, но и с семьей, он не хочет рушить отношения. Какой у вас запрос, Наталья? Вы от психолога, чего хотите? Вы сформулируйте им вопрос свой, знаете. Если, какую лично вы проблему решить хотите, потому что, не очень здорово, что вы все так мешаете в одну кучу-то, вот. Знаете, какая штука, вот. То есть, помочь вам можно помочь, но только если вы вот как-то с вопросом определитесь своим, вот. А пока вы с вопросом-то не определились, понимаете, в чем дело. Вот. Поэтому я думаю, что так. Если какую-то такую общую рекомендацию давать, да, самую общую, если рекомендацию давать, вообще самую общую, то я бы, наверное, сказал подождать немножко. Вот, какое-то время подождать, да, то есть сейчас ничего не делать, вот, дать всем время остыть, если горячие, если люди горячие, дать все время остыть, успокоиться, пообмыслить все, вот, и уже потом поговорить. Сейчас на горячую, как бы, голову решать проблемы какие-либо, идея далеко не лучшая, не самая лучшая, вот. Просто имейте это в виду, пожалуйста. То есть отдавайте себе в этом отчет. Хорошо. Что не лучший расклад, решать проблемы сейчас, когда все на эмоциях. И вы ничего не решите. От слова совсем, понимаете? Так что решать вам, конечно, что делать в этой ситуации, вам решать, вот. Но на мой взгляд, вы ничего не решите сейчас. Таким образом, просто вы будете упираться в стену из какого-то непонимания, да, из какого-то негатива и так далее. Ну, успокойтесь, молодого человека, пусть пока ничего не делает, время пройдет, вот. Там уже можно будет говорить о том, как вы во всей этой ситуации оказались и что, собственно, делать дальше. Вот. Это важно, на самом деле. Это очень важно. Вот так вот можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было вам полезно. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.